Накануне праздника Дня народного единства в Свято-Никольском соборе города Кисловодска состоялся концерт хорового ансамбля «Кантабили» из Санкт-Петербурга и хора православной Свято-Никольской классической гимназии. Настоятель собора протоиерей Иоанн Знаменский представил юных исполнителей из северной столицы нашей страны, занявших первое место в конкурсе фестиваля «Звучит Москва». Он оценил музыкальный вклад их руководителя Валентины Викторовны Сидельниковой и поблагодарил за подарок к празднику Казанской иконы Божьей Матери. Ведущая концерта Татьяна Сергеевна Синявская, руководитель гимназического хора, рассказала о значении Дня народного единства, который был установлен в 2005 году, но имеет свои корни с начала 17 века, когда народ под руководством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина объединился для освобождения Москвы от иноземцев. Также гости узнали об истории Казанской иконы Божьей Матери. Икона Казанской Божьей Матери была явлена в 1579 году. Незадолго до этого Казань пострадала от мощнейшего пожара. В огне погибли в том числе кремлевские постройки. А после этого восьмилетней дочке стрельца, Матроне, во сне стала являться чудесная икона. От нее исходило повеление найти ее, выкопать из земли на пожарище. Матрона рассказала об этом матери, но та не верила, считая видение просто снами. В конце концов, икона явилась днем. Матрона упала в обморок и лежала без сознания несколько часов, а очнувшись, со слезами рассказала об увиденном. Только тогда люди поверили ее словам. Мать пыталась сама копать в указанном месте, но ничего не нашла. Другие люди тоже пытались копать, но ничего не могли обнаружить. Наконец, сама Матрона начала раскопки и нашла завернутую в ветхую ткань прекрасную икону, которая выглядела только что написанной. Тут уж собрался народ, вскоре явился архиерей, начались молитвы, многие каялись в своем неверии и в грехах. Начали происходить чудеса. При виде иконы прозревали слепцы, люди исцелялись от беснования. С тех пор Казанская икона стала считаться одной из самых почитаемых на Руси. Так как День народного единства является православным праздником, участники выступления подготовили прекрасные песнопения. Ансамбль «Кантабили» исполнил такие богослужебные песнопения, как «Отче наш», «Тебе поем», «Богородица, Дева, радуйся». Гимназический хор исполнил стихиры русским святым, «Земля русская», песни «Уж вы горы мои», «Соловьи» и молитву «Достойно есть» на греческом языке «Аксион эстин». Концерт завершился совместным исполнением песни «С чего начинается Родина» двумя хоровыми коллективами. После концерта исполнители обменялись подарками, впечатлениями друг о друге и сделали общую фотографию.